Здравствуйте, друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам новую рубрику, называется она «Как нагнуть в стоке». Ну, в общем-то, вы по названию можете догадаться, что я буду показывать вам бои хорошие, где игрок на стоковом танке будет тащить. И первый бой, который я хотел бы вам показать, произошел на карте Священная Долина на стоковой 54-ке. Ну, скорее всего, только орудие тут стоковое. Если у вас есть похожие реплеи, где вы нагнули в топе, то не забывайте присылать их по ссылочке в описании. Тогда эта рубрика будет выходить чаще. Итак, игрок вначале, конечно, точно не понимал, что ему нужно делать, ну, потому что в стоке, конечно, играть гораздо сложнее, чем в топе. И замечает наш герой картонную вафлю, а также рядом тут Т-43. Пробитие, как вы наверняка знаете, у стоковой 54-ки совсем небольшое. Удается тут Т-43 забрать, и, в общем, его далеко не всегда хватает. Ну и наш герой нападает на вафлы, это как раз та картонная цель, которую можно легко пробивать. Удалось даже вытанковать первый выстрел вафли, игрок начинает клинчеваться с противником, но не везет. Со второго выстрела все-таки вафантрагер ПЗ-4 не оставил, в общем-то, нашему герою шанса на то, чтобы сохранить свои хп. Приезжает Т-71, и герой опять же начинает клинчеваться, отлично танкует, в итоге светляк никакого урона не нанес почти что, и получается его уничтожить. Напомню вам, что у стокового орудия пробитие бронебойным всего-то 183. Это, конечно, не самое прям стоковое орудие, у которого 175 пробитий, но тем не менее, сами понимаете, что на 9 уровне этого совсем недостаточно. Ну и есть голдовое пробитие 235. Это, конечно, получше, но тоже не сильно это как-то позволяет нагибать. Получается тут уничтожить артиллерию, и наша 54-ка решает встать на захват. Возможно, это единственный шанс как-то победить в этом бою, потому что противники явно выигрывают, и 54-ка прячется за домик в надежде на то, что она сможет захватить базу. К тому же подъезжает еще светляк на Т-49 и тоже встает на захват. Это хоть какой-то опыт, если победить таким образом, и можно будет, возможно, уже поставить топовое орудие, если игрок, конечно, накопил. Но не тут-то было. Подъезжает С3, долго он выцеливал и нанес урон, еще и БК сломал, но, к счастью, была у игрока ремка. Добирает он С3, и теперь шансов на то, чтобы захватить, больше нет. К тому же Т-49 уничтожают, и наш герой уезжает с захвата, понимая, что это совершенно бесполезно, и это только приведет к сливу. К тому же там фуловый японец, и затащить против него сложновато. Выезжает тут Е-75, к счастью, противник промазал, подставляться под него, конечно, нельзя. Игрок старается пробить голдой Е-75 вражеского, но у него это совершенно не получается. К счастью, помогает артиллерия союзная М-12, это последний союзник, который остался в этом бою. Забрал он Е-75, так бы справиться с ним было крайне сложно. Ну и далее нужно что-то придумывать, где-то находить арту и разбирать потом японца. Наш герой решает, что нужно действовать активно, не сидеть там где-то в кустах, и использовать нужно свою скорость, и он едет на вражескую территорию. Конечно, это рискованно, но зато хотя бы реализуется главный плюс, который есть у этого стокового танка. Это скорость, конечно же. Засвечивается тут арта, получается ее пробить. И далее снова помогает союзная артиллерия, забирает противника. Правда, игрок был против, он, наверное, хотел взять воина.
победить он, возможно, даже и не надеялся, хотя, в принципе, он старается до последнего. Но как разобрать флоу японца, вот это большой вопрос, учитывая, что у него альфа такая, что он может с одного выстрела уничтожить наш средний танк. Но это не значит, что нужно сдаваться и как-то подставляться. Нужно все равно пытаться затащить бой, несмотря на то, что ты на стоковом танке. И, в общем-то, это совершенно не дает какой-то мотивации тащить. Наоборот, только огорчает. Но все равно нужно тащить, так как хотя бы это позволит, в общем-то, в случае успеха побыстрее открыть топовые модули. Игрок решает этим путем поехать на вражескую базу. Японец, предположительно, тут где-то рядом. И наш герой аккуратненько подъезжает. И вот засвечивается тип 4 Heavy. К счастью, он промазал. И это была его, наверное, главная ошибка, кроме той ошибки, которую он совершил, выйдя в бой на этом танке и вообще начав его прокачивать. Ну и далее 54-ка использует свой низкий силуэт. Она прижимается к японцу и начинает расстреливать его голдой в борт. Конечно, я не совсем, скажем так, поддерживаю использование голды. Ну, не то чтобы я против, я понимаю, что сложно тащить без голды, но если вы будете присылать мне реплей, то, в общем, будет лучше, если там будет по минимуму использована голда. Тогда, в общем-то, шанс того, что ваш реплей будет прокомментирован мной, гораздо выше. Ну и удается таким вот нехитрым образом победить в этом бою. Ну и к тому же, главное условие для того, чтобы ваш реплей был рассмотрен, это то, чтобы у танка было обязательно стоковое орудие. То есть, может быть, у него все топовое, но орудие стоковое, с слабым пробитием обязательно. Тогда шанс, опять же, того, что я озвучу реплей, выше. Ну и на этом все. Спасибо за просмотр. Если понравилась новая рубрика, то не забывайте ставить лайки. Желаю вам удачи. Пока.